Представители всех коммунальных служб Ленинского городского округа собрались в актовом зале Дома культуры, чтобы отметить свой профессиональный праздник. Видновское производственно-техническое объединение городского хозяйства, Дорсервис, управляющие компании. Все эти люди изо дня в день стараются сделать муниципалитет комфортным для проживания. Я считаю, они все справляются, весь комплекс городского хозяйства и управляющая компания, которая входит в городской округ, а это десятки компаний, они находятся на хороших позициях в рейтингах областных. Поэтому, думаю, в целом все хорошо, но, конечно же, всегда есть чему стремиться. И мы работаем в парадигме, когда губернатор говорит, что житель всегда прав, а это как раз в основном сфера жилищно-коммунального хозяйства. Помогают работникам ЖКХ сами жители. Сейчас набирает обороты общественная организация «Ассоциация председателей многоквартирных домов». Возглавляет ее активистка Людмила Лернер. Только в прошлом году ассоциации было проведено 7 форумов управдом, которые позволяют выстроить конструктивный диалог между жителями и представителями жилищно-коммунального хозяйства. Есть взаимодействие с жителями. У нас вот ассоциацию приглашают на все штабы, на штаб ЖКХ, час ЖКХ. Мы при отдел честно взаимодействуем с отделом благоустройства. То есть мимо нас ничто не проходит. Но, естественно, сколько людей, столько мнений, где-то мнение совпадает. Ну, я считаю, что всем должны заниматься специалисты, а мы поможем и подскажем. Праздник удался. Десятки награжденных. Среди них как руководители предприятий ЖКХ, так и рядовые работники. Ирина Федосеева – одна из тех, кто выходил в этот день на сцену за заслуженной наградой. Мне очень приятно, и я благодарна своему руководству, что номинировали меня на наградных. Праздник – не повод расслабляться. Даже во время торжества работники ЖКХ обсуждают планы и ставят цели на ближайшую перспективу. Так, например, в этом году планируется улучшить качество предоставляемых управляющими компаниями услуг. Большое внимание уделить федеральной программе «Чистая вода». Сегодня я вам скажу, в среднем обеспечить по многоквартирным домам около 98%. Частный сектор гораздо меньше. Поэтому строительство водозаборных узлов. Следующая задача – это, безусловно, обеспечение жизненных условий людей в многоквартирных домах. Это придомовые территории, это подъезды, это кровли, то есть программа капитального ремонта. Так, в этом году капитальный ремонт пройдет в 23 многоквартирных домах. После официальной части праздник продолжился выступлениями артистов. Юлия Погосян, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.